Международный день защиты детей в Первоуральске отметили сразу на нескольких площадках. В парке новой культуры и на городской набережной для детей устроили квесты и мастер-классы. А в перинатальном центре провели торжественную выписку. Подробнее Елена Цивилева. Самый трогательный момент для отцов – первая встреча с ребенком. Дмитрий встречает свою жену Регину из роддома уже в третий раз. Сыну Максиму 4 года, дочке Валерии 2. Глава семейства говорит, уже решили, маленькое чудо назовут Викторией. Я рад, что она выписывается у меня на четвертый день. Потом я говорю, с двумя детьми я ее сколько ждал, там, то неделю, то полторы, а тут на еще и в такой день, в такой праздник. Сегодня в Международный день защиты детей из Первоуральского перинатального центра торжественно выписывают 5 малышей – 3 девочек и 2 мальчиков. По традиции в этот праздник, кроме родных, новорожденных детей и их мам с букетами цветов, воздушными шарами и подарками встречают депутаты городской думы и глава города Игорь Кобец. Я желаю вашим малышам крепкого здоровья, а вашим семьям благополучия, счастья и взаимопонимания. Международный день защиты детей отмечают в 60 странах. Праздник призван напомнить взрослым о том, что ребенок имеет право на жизнь, свободу мнения, защиту и общение, образование и отдых. Раз, корпус прямой, 2. Для первоуральских школьников в честь праздника устроили квест-игру. У каждой команды есть карта, где отмечены пункты, на которых дети могут заработать баллы. Задания от сдачи норм ГТО до проверки знаний о ЗОЖ и собственной безопасности. Направлено это на профилактику, то есть приглашаем субъектов профилактики, полицию, МЧС, прокуратуру. Они встречаются с ребятами и рассказывают в интересной, конечно, занимательной форме различные моменты, чтобы предостеречь их и чтобы лето прошло комфортно и безопасно. Сотрудники МЧС спрашивают детей о правилах пожарной безопасности и дают примерить костюм огнеборца. Сотрудники прокуратуры задают правовые вопросы. Например, какой основной закон Российской Федерации или в каком возрасте можно начать работать. Мы детям задаем вопросы правового характера. В основном эти вопросы касаются прав и интересов несовершеннолетних детей, а также их обязанностей. Дети с удовольствием отвечают на эти вопросы, пользуются знаниями, которые они получили где-то самостоятельно, может быть, от родителей и на уроках обществознания. Международный день защиты детей в Первоуральске так массово отмечают впервые с начала пандемии. Вечером праздничные мероприятия состоялись сразу на 2 площадках – в парке новой культуры и на городской набережной. Елена Цивилева, Денис Храмцов, новости, Первоуральск.